5,5 миллионов рублей из федерального бюджета получит Кинешемский драматический театр имени Островского в 2017 году. Учреждение попало в программу поддержки муниципальных театров в городах с населением до 300 тысяч жителей. В этом году театру исполняется 120 лет, и к открытию юбилейного сезона в Кинешме готовится особо тщательно. Денежные средства направят на техническое переоснащение старейшего драмтеатра, установят современное световое и звуковое оборудование, а также приобретут видеопроектор с экраном. Часть денежных средств планируется израсходовать на новые постановки. По крайней мере, мы сейчас решаем не менее двух, и решается вопрос о постановке «Снегурочки» Александра Островского, как раз и к юбилею театра. Это как бы уже вопрос этот решен, а по другим постановкам сейчас вопрос прорабатывается.